перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Здравствуйте. Всем салам, вечер в хату, господа. В натуре. Все ништяк, потихонечку. Что вы там? Что там дед-то шепчет? Бля, вот вернулся в Украину, были концерты в Польше, понял, бля, еду на машине домой. Ништяк, что там, нормально? Как там это? Бля, нормально. Ну знаешь, в Европе, бля, все грустно, братан. Был, короче, был. В Варшаве, бля, это как большой Минск, понял, такая хуйня. Ну у них дороги охуенные, понял. Такая хуйня. Да. Муравья видел, у него все хорошо. Говорит, да, скоро альбом сделаем. Мы в Таллине были, короче, в Европе, тоже четко нам понравилось. В Эстонии, да? Да, да. Бля, я был в Латвии, там тоже охуенно, в Риге я был. А мы из Европы были, получается, в Украине только, в Эстонии и в Беларуси. Финляндии еще были. Ебать, пиздец. Там вообще, там мясо. В Финляндии был фестиваль, короче, где все были финские рэперы, кроме нас. Одни мы были русские, короче, все стояли просто открыв рот и нихуя не понимали, блядь. Два чувака только за забором там орали, пацаны не свои. Бля, ну это тоже, знаешь, уровень, выйти и финнов размотать, это, бля, охуенно. Ну да, нормально. Не, а я думал, ну, бля, я думал, мы мало кого соберем, а у нас, ну, в Варшаве нормальный движ был, несмотря хоть все на Пасху уехали, понял, такая хуйня. Да, ништяк. Там дохуя кого из наших зданий тоже уехали, понял. Смотрел видосик пацанов, которые сисечного лохата там путали. А. Торчки от жизни, как они на фестивале там до всех доебались, нормально, весело было. Бля, ну они без печали, понял, такая хуйня, бля. На наглом, они на наглом, чисто с Краснодара, на наглом, понял? Ну да, ты иди сюда, селфи сделал быстро, нахуй. Я до конца не досмотрел, я так чуть-чуть рахан посмотрел, и мне надо было бежать, понял, такая хуйня. Все. А вы что, пацаны, на студии готовите что-то? Ну да, так потихонечку готовим, пока ничего не выпускаем, не хотим, пизду нахуй. Ну, а я 20-го дропаю альбом, наконец-то, ёбаный, да. О, 20 апреля, 4.20 да, или что? Да, да, как этот, как Базука в свое время в 12-м дропнул слои, понял, в этот день? Да, да, ништяк. Да, да, да. А ты, ну, ты слышишь, ты по ТЗ в основном, да? Ну да, да. Вот сейчас будем 25-го в Питере, апреля 27-го. Я буду в апреле тоже в Москве, я хочу, бля, я уже два раза не мог попасть на концерт, понял.
Давай, подтягивай, подтягивай обязательно. 27-го по-любому подтянусь. Давай, давай, стопудово. Будет прикольный, пацаны, прикольная тусовка. Да мне, торжки да, будут просто... тоже от жизни. Паша техник там, все наши, короче, потянутся. Я просто с детства нахуй хотел попасть на концерт, но у меня никак не получалось. Понял, такая. У меня в детстве тоже не получалось, брат. Бывает, братан. Я такой, знаешь, то встречаю пацанов на районе, они такие, вы откуда? Да мы на концерте чемоданы были. Я говорю, пидорасы, хоть бы сказали, понял? А потом, короче, я уехал в Америку и такая хуйня, и все. Поэтому я, ну, знаешь, это как, короче, жизненная галочка, понял? Такая хуйня должна быть. Так вот. Ну, значит, будем свидимся, брать. Наконец-то. Добро, ну тогда будем на связи, я если что, маякну, братан. Давай, братан, давай, давай. Связь. Ай. Давай. Ай, подкрадули, подкрадули, да. Не заботься о подкрадулях. Так что все, ребята, всех ждем, короче, 25 апреля в Санкт-Петербурге, в Авроре, Аврора Концерт Холл, 27 апреля в Москве, Бруклин Холл, всех ждем, подтягивайтесь, будут тречики старые, пиздатые, средние будут, я думаю, что-нибудь такого заготовим и неизвестного тоже, что еще не было, ну посмотрим, как пойдет. Киев, короче, с радостью бы подтянулись, да не пускают нихуя. Так бы, конечно, мы там вообще размотали бы жестко всех. Всю толпу бы просто размотали. Насчет других городов, не знаю, пока мы решили не ездить, посидеть чуть-чуть дома. Пописать, поработать, что-нибудь поделать. Потому что когда концертов дохуя, времени не так много на творчество. О, папа Хапа. Приветы. Пока не могу дать никакой инфы по новым темам, чуваки. Хочу фильм снять. Фильм-интервью, вот как раз, типа, ответы на вопросы. Все дела, типа, может быть, типа, вписки. День с грязным Луи. Там за молочком сходить. В садик. Да. О, Чин Машин. Здорово, Чин. На связи, в эфире. Мурманск, здорово. Мурманск, кстати, заехали бы, потому что недалеко. И буквально хуйня на поезде. Думаю, что соберемся. Много времени на это не надо. Фильм посмотреть. Советую «Невидимый гость» посмотреть. Испанский, охуенный детектив. «Девушка в тумане» еще понравился. Из нового такого. Детективы люблю, короче. Смотреть, но читать люблю не детективы нихуя. ПТЗ рулит по Алибасу. Зарешивает, выруливает.
Остров, Остров проклятых, это, конечно, старье вообще. Все смотрели, я думаю. Айс Крым в этом году, я думаю, будет. Сейчас решают составом, хотят подтянуть интересных личностей. Не знаю, как у ребят-организаторов получится. Потому что из года в год одних и тех же слушать, сами понимаете. Мало кому интересно. Только истинным фанатам, которые на все концерты ходят, даже если 10-й раз, 12-й раз приезжаешь в их город, они все равно приходят. Такие есть. Таким чувакам респект вообще пожизненный. Ну, Димон парит, короче. Парит где хочет, и законом не запрещено, говорит. 95% безопасно. Во. За безопасную парилку. Приходите на студию записываться. Димон теперь у нас работает звукорежиссером. Может вас приписать, прописать, свести там на батл, на супер релиз, там, бенгер какой-нибудь записать. Так что кто с Петрозаводска, не стесняйтесь, подтягивайтесь, обращайтесь. Бэт Сапфир, короче, группа ВКонтакте. Найдете там Димона, как с ним связаться. Арчи, здорово, братан. 1000 лет не виделись. В Москве, надеюсь, увидимся 27-го. А, Димон, покури, бля, уже кругом голова, пиздец. Кальяны эти, бля. Парилки, бля, в пизду, нахуй. Сколько, Димон, сведения стоит? А зависит от того, насколько, насколько заморочено это будет. Если батловый трек, там, подешевле. Если надо будет со всей темой, там, с автотюнами, с всякими, там, фишками. Супер какой-то трек на 18 дорожек, то понятно, что в разы дороже будет. Цена договорная, пацаны. Подписывайтесь на канал в Telegram, Рэп Намб. Каждый день выкладываю подборочки охуенные. То, что сам слушаю, то, что у меня в плейлисте. Телегу, правда, грозят закрыть, поэтому, возможно, скоро придется создавать какую-нибудь группу ВКонтакте или в Одноклассниках. Надеюсь, не в Одноклассниках, да. И что еще прорекламировать бесплатно? Чема Шоп, заказывайте шмот, поддерживайте. Охуенный мерч, охуенного качества, все шьется в ПТЗ. Заморачиваемся над качеством. Вот. Ругаться не надо, то, что не выходит никаких новых треков. Выпускать однообразное говно надоело. Потому что 50% людей пишут заебал, блядь, со своими нахуй фотографиями, со своими каналами. Делай больше треков, а половина, когда выпускаешь какой-то трек, пишут: заебало одно и то же, блядь, уже 10 альбомов одинаковой хуйни записал и продолжает это делать. Поэтому теперь брать количеством никто не собирается. Будем работать над качеством и, короче, заморачиваться. Времени на это будет уходить больше. Да и спешить на самом деле некуда. Так что так. Андеграунда все хотят. А я думаю, что немало андеграунда сейчас выходит, чуваки. Достаточно сейчас выходит всяких рэперов. Можно послушать, зайти. Каждый день что-то выходит. Со Слимом совмест. Под какой-нибудь хаус, драм-н-бейс.
кислотный, блядь. Русский рэп не спасти, чуваки. Русского рэпа очень мало осталось. Сейчас... Сейчас многие русские паблики постят русский рэп в стиле «Гости из будущего», там «Рефлекс», «Руки вверх». Постараемся спасти эту ситуацию как-нибудь со временем. Все будет. Сил много, блядь, через край, панчи. Но нужно подождать, нужно выждать момент. Мы, короче, на дно залегли, ребят. Но это не значит, что надо, блядь, все бросить и писать в комментариях. Все, блядь, заебали. Сдулись там и так далее. Нихуя, блядь, не сдулись. Нас еще никто не надул. Где базука, спрашивает? «Голос улиц» смотрел. Перематывал, конечно, в основном. Но там наш товарищ участвует, САПа 13. Так что, если есть возможность, поддержите. Крутой чел, я думаю, что со временем сможет навести шороху. Крутые темы делает САПа. В телеге? А как в телеге? Может, ссылочку можно как-то кинуть? Комментарий я могу же написать, да? Сейчас ссылочку закину на канал в телеге, короче, не проебите, пацаны. А на самом деле очень часто в Инстаграм, в Инстастори я выкладываю ссылочку. Вот она полетела. О, Найденов, здорово, братан. Четкие биты. О, Пира, здорово, братан, здорово. Братан, ДМ-ку скидывай, базара нет, но мы сейчас на дно залегли, короче, ничего не делаем. Ничего, все в стол, все в стол. Пока реально говно какое-нибудь не получится четкое, ничего не будем запуливать. Как найти в телеге, уже скинул ссылочку на канал, там есть чатик. Замечательный, в котором я иногда присутствую. Не каждый день, конечно, но иногда захожу перекинуться парочкой словечек, там выслушать пожелания о контенте. Также там охуенные треки некоторые скидывают пацаны шаристые. Добавляю их себе и потом делаю посты на канале. Баблом наполнить чемодан. Гривнами хотим наполнить в основном, но никак не дают, суки, блядь. Раньше в Белоруссии наполняли миллионами чемодан, а сейчас, блядь, и там уже миллионами не наполнить. Нули убрали, блядь. Не разбогатеть вообще нихуя. Underground, ебаный. МЛК плюс, вообще респект. Были у них на студии, пацаны пиздец как шарят, вообще жестко шарят. Я когда услышал, первый раз подумал, американцы какие-то. Думал, они каких-то американцев треки включают. А потом, когда сказали, что это их, я вообще охуел. Очень жестко. Америка у них, чувак, блядь, охуенно стелит и охуенно сводит, блядь, очень шарит звук, и ему вообще респект. Просто конкретно. Версусы иногда смотрю, но очень многое мне не нравится из последних нигерочков. Ну как, мое мнение обе, короче, очень прикольно там разжигает рознь. Очень нормально вот там кипит, бля, конкретно.
Ладно, чуваки, короче, всем респект, всем спокойной ночи. Давайте не отчаивайтесь, все будет круто. Мы еще захуярим. Студиечку могу показать. Кто не был у нас, зацените. Все четко у нас тут, блядь. Все охуенно. На стиле. Некоторые из вас могут свои подарки здесь найти, короче. Все, всем респект, пацаны. Всех обнял, блядь, расцеловал.